наконец, это очень хорошо, это соотношение. Вот это ты спишь. Раскачиваешься долго. Равномерно, то есть по сути, представь себе, что ты игровую бэнд начинаешь играть. Ну, по сути, да? И, но все равно это немножко сближение. Веди сюда. Широкая вибрация до. Дальше на дивиденде она собирается, естественно. Да, я согласен, я тебе уже за это похвалил. Ты вибрацию давай, пожалуйста. Ты уже все рассказала, что ты будешь делать дальше. Вот да, там есть чуть-чуть. Ре, ми, фа, ми, ре, до. Дальше легкий смычок, вибрато более мелкое и намек на вальсообразность. Хорошо, дальше будет дуновение ветерка. Никакого вибрато, легкий смычок и вперед. Нет, смотри, да, хорошо, начала. Повторяющиеся ноты, вторые чуть большее опоре. Фраза должна развиваться. Там стоит маленькая вилочка. Вот ты посмотри, после этого си, си, ре, до, это на выдохе. То есть ты должна должна доиграть это, взять дыхание и продолжить на излете. Падают с той же энергией, с которой падают в четвертях в самом начале. А они должны активнее работать. Кстати, снятие даже важнее того, как падает. Потому что снятие может быть более активным, а может быть ленивым. Допустим, во многих пентиленных каких-то вещах, там Шостакович, там Абрамович в свое время, когда он занимался, он просто требовал, чтобы палец снимался очень медленно, но все-таки, чтобы нота при этом не меняла своей звуковысотности. Там еще же дальше куча проблем возникает. Вот идет вибрато. Если ты снимаешь палец, ну так если совсем заморочиться, да? Если ты снимаешь палец на качке вниз, нота в последний момент вниз. Вверх, ввысь. Вот. Но это можно себя довести до такого состояния, до состояния сороконожки, знаете, которые, когда ее спросили, а как ты ходишь на 40 ногах? А она не смогла сделать больше ни шага. Поэтому регулятор не мозги, а уши. Уши. Давай. Молодец.
связь. Без ретардана. Смотри. Ой, внимание. Это вот то, что я называю ЦМШ московским. Вот как они все приходят, как крещендо, челеранда, как диминуэндо, ролентанда. В конце каждой фразы все значит закругляется. Да, это не связанные вещи. И дальше. Вот, кстати, сейчас пока вы не начали, вы начнете дальше. Это как-то ты играешь. Вот именно. В этом месте самое главное, что есть, это последнее, там, клинтоль, секстоль, там меняется, да? Значит, первый раз, значит, это место, в принципе, чисто дебюсси. Поначалу. И где триоль, ее тоже нужно очень четко разложить во времени. Она не должна просто булькать в провал, как на кларнете, как пробегать. Да? Вот такая постарая. Все затопило, она бурлит, наполняет все,
Это должно быть вот просто вот вылиться это должно. И кстати, по большому счету, ты последние вот эти ноты, где я кричу настойчивее, 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 ты опять играешь слишком расслабленными пальцами, в них они перестают тебя толкать дальше, вперед. Понимаешь, это вот как пробку из бутылки. Потом бум, и все, знаешь, это вся кухня шампанка. Да, сначала. Давай, старайся. Молодец, это хорошо. Они начинают быть прям вот тарарарарарари. Это видно. Дальше ты что будешь делать? Ты дальше тихое место. А ты уже сдулась, и тебе конец фразы будет нечем играть. Не останавливай свечку!
кричащие птицы, а потом ты что-то нежно ему говоришь. Так, вставай и будь. Сначала это легкое рефлевание. И к чему ты приходишь? И дальше кверху не ставила. Поехали. Почему предыдущее место не получается? Потому что у тебя концы пассажей одинаково вот такие. Там за счет чего это нарастание происходит? За счет того, что концы пассажей становятся четче и четче, а у тебя этого нет. Нет, в смысле, ритардата в самый последний момент. Да, посмотрите, когда уже пошли дуоли, вот когда уже на дуоли перешла, только тогда можешь чуть-чуть замедляться. Потому что там выписанная ритардата, но триоли, дуоли. Да, да. Перед. Вот концерт Бартака и вот это место. Да, да, в Бартаке. Вот потом, пожалуйста, разгоняйте сколько хотите. Давай отсюда. Thank you.
круче. Тара-ля! Адреналин еще в крови, ну здесь точно так же. Вибрации, соответственно, вибрации живая.